14 октября по Саратову рядом с селом Бобовка проходит соревнование по ездовому спорту Gold Mountain. Бесснежные соревнования, ну или просто dry land, что в переводе означает сухая земля, проводится в Саратове уже в третий раз. А здесь могут поучаствовать как профессиональные спортсмены, так и простые желающие. Правда, одной любви к собакам здесь маловато, нужна еще и хорошая физическая подготовка. Ну, расскажи, как тебе тут вообще? Мы с тобой вместе бежим, да? Я, правда, не готова. Или мы вот с тем бежим, который сзади? Все хаски очень активные, и они вот сейчас с камеры стягивают пакет. Потому что они хотят бежать. Каждая собака имеет свой характер, свои способности, свои какие-то физические возможности. Одни собаки любят очень быстро бегать галопом, другие любят очень долго бегать, но рысью. Третьи очень хорошо сильно тянут. То есть мы для каждой собаки подбираем именно ее амплуа. Это как вот команда по волейболу. Нападающие, полузащитники, подающие. А чем хороши хаски? Это такой дружелюбный пес. Это вот вторая кошка в доме. Да? Ласковые, преданные, вообще замечательные собаки. Они шкодят как-нибудь? Ну-ка, все собаки шкодят. Что погрыз? Ну, тапки любят грызть, таскать. Вот, резиновые, это прям с удовольствием. Обои, если торчат. Порядок должен торчать. Это то, о чем я говорила. Ну ты чего? Нельзя. Ты зачем хулиганишь? Эта 5-километровая трасса предназначена для байк-джоринга. Позже здесь пройдут следующие соревнования с бегунами. А затем здесь будут состязаться необычные дети. Скажите, как вы ехали? 30 секунд. Грязно. Николай ежегодно участвует. Можно упасть, да, но классно. Вы как девушка, вот не побоялись испачкаться вот так? Нет, это лучше косметики. В чем сложность вот преодоления этого расстояния вместе с собаками? Погода. Сама погода, еще, конечно, насколько собака подготовлена. Если не подготовлена, то, конечно, тяжеловато и опасно, если собака не знает правильной команды. Вы успели ехали? Да, байк-джоринг лайт, да. Вообще тормозить удается вот в такую погоду? Или? Ну, тормозить удается, но бывает заносит из-за того, что такая почва глинистая и мокрая, соответственно, прям насквозь. Вы не упали? Был один раз, только я немножко запуталась, по своей вине упала. Ну, не сильно так вот просто. А собаки в такие моменты понимают, что вообще как они, или дальше мчат все равно? Нет, они понимают, все равно тоже останавливаются. Чтобы принять участие в этих соревнованиях, любители ездовых собак приезжают сюда из разных городов. Например, в этот раз сюда приехали гости из 15 регионов. Пока результаты соревнований неизвестны, но уже сейчас совершенно точно можно сказать, что в этом виде спорта главное не победа, а участие. Юлия Нестеренко, Александр Ветров, «Открытый канал». Летим в Москву с саратовскими авиалиниями. До 5 рейсов ежедневно в удобное для вас время. Действует тариф социальный. Купить билеты на сайте saratovairlines.ru.